Согласно проведенным исследованиям, чтобы нация прожила более 25 лет, коэффициент рождаемости должен быть 2,11 детей на семью. И если меньше этого, нация исчезнет. За всю историю ни одна нация не восстановилась при коэффициенте рождаемости в 1,9 детей. А восстановиться при коэффициенте в 1,3 невозможно. Потому что для восстановления тогда потребуется от 80 до 100 лет, а экономической модели, которая бы могла поддержать существование нации столь долго, не существует. Другими словами, если есть две пары родителей и у них по одному ребенку, то детей в два раза меньше, чем родителей. И если у этих детей будет ребенок, то внуков будет в 4 раза меньше, чем родителей. Когда сокращается популяция, сокращается и нация.